Нашему теруправлению присоединят Чукотку, это предположительное предложение Росрыболовства. Тем не менее, важно, эта структура на территории области будет сохранена. Ну и также мы надеемся на дальнейшую активную работу с Росрыболовством по модернизации и реконструкции наших рыборазводных заводов. В частности, мое обещание об оказании поддержки, прежде всего связанное с обеспечением энергоснабжения Тауйского рыборазводного завода, который, к сожалению, пока не работает. Хотя шаги уже в этом направлении сделаны серьезные, подписано соглашение с заповедником «Магаданский», и можно будет пользоваться нерестовой речкой в заповеднике для того, чтобы обеспечить завод материалом. Но сегодня надо двигаться и выделить средства на модернизацию.